Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вам рассказать, как закрыть счет у брокера Quotex. Quotex, как брокер бинарных опционов, действующий согласно международному законодательству, обязан закрывать счет и аннулировать, удалять сведения о клиенте по запросу последнего. Аннулировать депозит и удалить профиль можно на официальном сайте или через мобильное приложение. В конце видео мы расскажем, в каких случаях очень выгодно удалить свой аккаунт у брокера Quotex и открыть его заново по нашим реферальным ссылкам, и какие бонусы и плюсы от этого получит трейдер от нашей компании при торговле бинарными опционами. При удалении аккаунта брокер бинарных опционов должен полностью погасить задолженности перед пользователями. То есть до начала процесса следует разрешить все финансовые вопросы с компанией. После этого можно приступать к удалению аккаунта. Чтобы провести операцию, необходимо выполнить три действия. Первое. Авторизоваться на официальном сайте или в мобильном приложении. Второе. Зайти в личный кабинет на вкладку «Профиль». Третье. Нажать на кнопку «Удалить аккаунт». Соответствующая кнопка располагается в правой нижней части экрана. После нажатия появится сообщение с подтверждением проводимых манипуляций. Нажав на «Да», человек завершит процесс удаления. Повторная регистрация счета у брокера Quotex. Несмотря на то, что депозит после выполнения описанных действий закрывается, Quotex хранит в собственной базе информацию о клиентах. В частности, компания оставляет привязку удаленного профиля к конкретному адресу электронной почты. Также брокер бинарных опционов хранит сведения об ID клиентов в социальной сети, если человек регистрировался на сайте в один клик. Каждый бывший пользователь торговой платформы может вернуться на сайт. Для этого достаточно повторно пройти регистрацию. Причем в подобных обстоятельствах разрешено использовать прежние сведения. То есть пользователь может зарегистрироваться под старым ником. По завершении описанных действий клиент попадает в прежний аккаунт. Благодаря наличию опции повторной регистрации, каждый клиент может в любой момент вернуться к торговле бинарными опционами на Quotex. Подобные операции на платформе брокера Quotex не запрещаются. Однако не рекомендуется регистрировать одновременно несколько профилей в компании. Это может привести к блокировке средств на балансе и другим санкциям. Полное удаление счета у брокера бинарных опционов Quotex. Срок хранения данных у клиента, адрес электронной почты и другой информации определяет брокер. Однако трейдер может попросить компанию удалить эту информацию, написав соответствующее заявление. Такой документ необходимо отправить по этому электронному адресу. Заявление можно составлять в произвольной форме. Срок рассмотрения в данном случае также определяется компанией. Quotex может дать ответ по заявке в течение месяца. Каждый процесс занимает определенное время, так как для разрешения ряда ситуаций потребуется вмешательство специалистов службы поддержки. Причины, по которым вам стоит удалить свой старый профиль Quotex. Удаление профиля на платформе брокера требуется, если вы хотите открыть новый счет, и причина для этого чаще всего одна. Вы хотите открыть новый счет и получать дополнительные бонусы в торговле, как, например, предлагает наш сайт. Если вы откроете новый счет на платформе брокера Quotex, по ссылкам с нашего сайта вы сможете каждый месяц получать промокоды для отмены убыточных сделок в $10, кэшбэк и другие бонусы брокера. Просто пройдите регистрацию по ссылкам с нашего сайта и пришлите сообщением ваш ID. В ответ мы вышлем вам коды. Не забывайте, что ваш счет уже открыт по чьей-то ссылке, но без бонусов. Партнерские ссылки WinOption Signals для регистрации на платформе брокера Quotex будут в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где мы каждую неделю проводим различные конкурсы и викторины, участвуя в которых вы можете выиграть призы и промокоды для брокера Quotex. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!